В Ульяновской области изъят тираж газеты «Правда». Основанием послужило постановление областной избирательной комиссии. Печатное издание содержало программу одного из зарегистрированных кандидатов в президенты страны. На распространение газеты в областную комиссию поступила жалоба от избирателей. Как пояснили в ведомстве, агитационный материал издали с нарушениями. Региональная избирательная комиссия обратилась в полицию с представлением об изъятии всего тиража. Это 580 тысяч экземпляров. Если агитационный материал распространяется, его для начала нужно законно изготовить. То есть оплатить из средств избирательного фонда кандидата, только из средств избирательного фонда. Значит, подтвердить эту оплату в избирательную комиссию. До начала распространения экземпляр этого материала должен быть представлен в избирательную комиссию Ульяновской области. Вот всего того, о чем я сказал, сделано не было. Поэтому материал незаконный. Теперь правоохранители устанавливают изготовителей такого агитационного материала, а также источники оплаты. Если правонарушение будет доказано, то организацию могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Должностным лицам за изготовление и распространение незаконных печатных материалов грозит административное наказание до 3 тысяч рублей.